Так, теперь что касается аккумулятора. Серьезно написано не вскрывать, поскольку здесь еще и заклеено корпус. Там просто литионная сборка какая-то, скорее всего. Но в этом мы сейчас убедимся лишний раз. Механизм быстросъема с рамой, двухконтактный 18 или 16 миллиметровый разъем, но тем не менее аккумулятор на 24 вольта 12 ампер часов. Я думаю, что все-таки литионная сборка какая-то, что не свинец там стоит, потому что коляска легкая и сам блок должен быть поэтому легким. Так, защитную ленту снимаем аккуратненько. Так. Аккуратнейшим образом открываем. А там литионная сборка стоит. Стоит литионная сборка из аккумуляторов, скорее всего, 18650, я так думаю, хотя не уверен, нет, какие-то поменьше, но тем не менее вот так вот выглядит батарея. Такую же сборку можно будет запросить для переделки у Александра. В общем, как-то так.